33-й, 99-й, 121-й и 50-й маршруты планируют отменить. На днях СМИ распространили такую информацию. Журналисты сделали вывод, исходя из официального документа, который попал к ним в руки. Там были обозначены рейсы, включенные в список на закрытие. Однако, по словам представителей администрации города, этот документ скорее юридическая формальность, и корреспонденты сделали поспешные выводы. Комитетом решением транспортной комиссии был установлен маршрут 33R, который работает по той же схеме, но с предоставлением права льготного проезда. И теперь, чтобы нам, так скажем, вот эту оказию убрать, да, 33R, мы формально из документа маршрут 33 исключаем. Что касается 121 маршрута, то его тоже никто не планирует отменять, он просто перешел в разряд регулируемого. Поэтому при проезде на 121 появились льготы. Ходить продолжат и автобусы 50 маршрута, а вот 99 уберут окончательно, поскольку надобность в нем отпала. Он заменял собой некоторые трамваи, которые временно не работали в связи с ремонтом моста на Новом рынке. Данил Кузнецов, День с толком.